включил это видео. Здравствуйте, меня зовут Хатуна, и вы на канале Миссис Микс. Сегодня я меняла себе ногти, делала вот френч выкладной, и решила заснять это на камеру и поделиться с вами. Метод очень-очень легкий, получится у любой. И я делала с акрила, только потому что акрил мне, ну для меня он крепче в носке, он как-то плотнее, дольше носится, реже ломается. Можно также делать из геля и с акрила. Надеюсь, что кому-то пригодится. Желаю приятного просмотра. Первое, что надо, это стандартно убрать верхний слой ногтей. Здесь у меня остался гель, поэтому я сейчас буду запиливать. Если ногтик натуральный, то нужно его исцарапать, убрать птеригий. Наносим праймер. Девочки, пока наношу праймер, скажу, вы видите, что длину я старалась не убирать, и это поможет нам в будущем. Праймер нанесли. Девочки, дальше работаем с камуфляжем. Набираем пудру на кисть и выкладываем. Выкладывать стараемся возле кутикулы потоньше слой, а чем ближе к краю ногтя, ногтевой пластины, тем толще. И на самом краешке нам нужно сделать утолщение. Девочки, работаем быстро, потому что акрил это не гель. И застывает он моментально. А нам нужно и разгладить, чтобы не было бугорков. Девочки, когда уже нанесли камуфляж на пластинку ногтя, берем пилочку и запиливаем. Но пилим не сверху, делаем запил, значит спиливаем вот здесь, где у нас утолщение везде. Мы делаем улыбку нашу будущую, то есть мы спиливаем и придаем форму улыбки. Понимаете? Толщину не убирая абсолютно. Вот это лишнее здесь, мы, кстати, толщину наносим больше, чем нам надо, мы уберем потом. Сейчас мы просто делаем улыбку. Девочки, и видите, вот я запилила, и вот здесь вот они получаются такие толстенькие. Это нам и надо. Дальше берем формы, приклеиваем для того, чтобы моделировать уже длину с белого акрила. Девочки, если ногтевая пластинка короткая, то тогда мы сначала приклеиваем формы, моделируем, удлиняем пластину, снимаем, подпиливаем улыбку, приклеиваем опять формы и формируем. Но у меня пластинка позволяет, поэтому я не удлиняюсь я никогда. И теперь моделируем саму длину. И во время этой работы мы не боимся залазить на сам верх ногтя. Запачкать вот здесь улыбку, потому что когда мы будем запиливать дальше,
То, что мы подготовили заранее, нашу улыбку, нам поможет. И улыбка будет идеально ровненькой. Девочки, после того, как мы нанесли весь материал, ногти выглядят пугающе некрасиво. Но в том-то и дело, что улыбку мы запилили заранее. И сейчас, когда мы будем при запиле убирать толщину и длину, ногтик будет проявляться. И улыбка уже будет очень ровненькая и идеальная. Девочки, я уже запилила, руки помыла, кутикулу смазала. И теперь наношу топ без липкого слоя, просушу в лампе. Девочки, думала, что все, оказалось нет. Решила взять вот такие наклейки. Они довольно бюджетные, но их привилегия в том, что это очень быстро. Так как они на липкой основе, их отклеил, приклеил. Покрыла сверху топом прозрачным, просушила и все. Кажется, что в моем варианте это очень мило. Желаю вам всего хорошего, пусть вас родные радуют. Надеюсь, кому-то что-то пригодилось. И до следующих видео.